Пришла очередь открыть это разнообразное количество ультраконтейнеров, и сегодня мы это сделаем. Надеюсь, что дадут нам как минимум какой-нибудь оранжевый, если не так, шанс имеется. О! И это у нас миллион, дайте миллион. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И сегодня на очереди видеоролик, в котором мы вместе с вами откроем то самое большое количество ультраконтейнеров, которые в моем случае уже накопились. И сегодня, мне кажется, тот самый день для этого настал. Потому что в моем случае, как мне нужны кристаллы, которые в дальнейшем потребуются на мини-игру, также и возможно мы сегодня испытаем удачу и выбьем какие-нибудь заветные устройства, которые находятся в том же красном сердце. Поэтому, друзья, вы, в свою очередь, обязательно, если подобный видеоролик ждали, дают словам интересно открытие контейнеров не только обычных, но и ультра, то не забывайте обязательно поддержать пальчиком вверх. Также делитесь своими комментариями, возможно, по поводу того, что же вам в последнее время падает. Ну и также обязательно, если первый на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а я, в свою очередь, напоминаю о том, что на канале, друзья, проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте в настройках аккаунта, в частности, в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 1,5 миллиона. Мы помимо кристалликов вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Вся подробная информация есть в нашем дискорд сервере. Присоединяйтесь, разбирайтесь, ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под нашим роликом. Я вам, друзья, желаю успехов и побед, ну и в свою очередь буду уже, наверное, потихонечку открывать те самые ультраконтейнеры. Начнем, наверное, все же с недельных. У меня 3 штучки буквально завалялось, так для разогрева как раз таки откроем, выбьем парочку тысяч кристаллов, ну и расходники, которые мне в дальнейшем обязательно пригодятся. Так, ну и у меня есть еще, наверное, парочку обычных, давайте также обычные контейнеры быстренько откроем, заодно что-нибудь, возможно, интересненькое с них выпадет. Как минимум за оранжевый я еще до сих пор имею возможность выбить какие-нибудь интересные устройства, но, к сожалению, пока что подобной, как говорится, видимо, возможности мне не перепало. Теперь начнем с самого прям старого ультраконтейнера, в котором, кстати, по-моему, даже устройств нету. Но, как вариант, попытаться и выбить с него какие-нибудь кристаллики, расходники, потому что это все сейчас, в данный момент, мне очень нужно. Поэтому обязательно еще перейдем к другому контейнеру, в котором уже есть устройство. И не только с оранжевого, но еще и с красного свечения. Интересно, будет ли у нас сегодня реально красное свечение, в котором мы можем что-то себе интересненькое заполучить. Заодно напишите, возможно, в комментариях ваши ставки. Получится ли у меня выбить больше, чем с 200 ультраконтейнеров красное сечение? Или же сегодня удача будет не на моей стороне, друзья? Дальше 55 ультраконтейнеров. Тут, кстати, у нас уже есть магнум на поджог. Это недавние, кстати, контейнеры, да? Вы могли получить в нашей игре, выполняя миссии. Поэтому к нему как раз таки и приступаем. И будем сейчас пытаться и надеяться, что нас что-то из этого интересненько да и выйдет. Так, синяя, кстати, рановато, шанс может быть какой-то имеется. Но опять же, все заканчивается розовым свечением. Хорошо, давайте, наверное, дальше попытаемся 15-ку. Вроде как мы должны открыть вместе с вами даже 3 раза по 15. Поэтому надежда, как говорится, умирает последней. Но расходников прям падает от души, друзья. Расходники пригодятся. Так, 25 тысяч кристалликов, отличненько. Ну и еще пару, возможно, контейнеров, которые, надеюсь, что дадут нам как минимум какой-нибудь оранжевый сечение. Так, шанс имеется. О! И это у нас миллион, дайте миллион. Поджигающий сердечник просто на базу, как говорится. Ну блин, мне, честно говоря, друзья, в данный момент реально больше нужны кристаллы, чем подобные устройства. Просто магнум, который имеет возможность поджигать противника. Вроде как, если не ошибаюсь, даже записывал на него обзор. Но если, друзья, вы захотите и вы этот видеоролик поддержите активностью хорошей в виде пальчика вверх, то обязательно мы запишем. И как вариант, друзья, мы даже можем в следующем видеоролике, у меня уже завалялись, если вы видели, скин-контейнеры, мы можем открыть скин-контейнер в следующем видеоролике. Поэтому пишите, друзья, пишите обязательно. Если активность на этом видеоролике будет хорошая, то обязательно, я понимаю, что вам это было бы интересно, и мы уже откроем и скин-контейнер в ближайшее время. Блин, ну я, честно говоря, даже немножко расстроен. Все же в приоритете у меня были кристаллы, друзья. Кристаллики вот с красного, ну ладно. Возможно, мы еще выбьем из того контейнера, в котором нету в красном, возможно, никаких устройств, но есть заветные кристаллики, поджигающие на магазине.
Магнума. Но, возможно, в дальнейшем не придется нигде его, как говорится, в вызовах получать и бороться за него. А может быть, где-то на халяву в скором времени его и так начнут раздавать. Окей, ну как минимум неплохой старт, да, то есть выбили даже с второй вариации ультраконтейнеров сразу же красное освещение. То есть мне могло выпасть либо устройство, либо же кристаллики. Дальше только лишь есть в оранжевом у нас три предмета до сих пор, по сей день пару-тройку устройств. Ну окей, двигаемся, давайте пытаться дальше. Мне это очень нравится, так, и что же у нас? И самое интересное, что у нас вроде было фиолетовое, да, или розовое, но по итогу выпало у нас уже... сразу же красные. Ну ладненько, так, ультраконтейнеры теперь дальше. 21 ультраконтейнер, который также устаревший. Давненько я ультраконтейнеры в свою очередь не открывал, выполняя миссии. Поэтому сегодня надежда, что мы что-то с них реально стоящее начнем выбивать. Как минимум красное мы уже видели, и это отличненько. 6 ультраконтейнеров еще имеется. Давайте испытаем свою удачу. Ускорение, дважды, трижды, минки, минки и... синие ремкомплектики. Как-то так. Хорошо, теперь приступаем еще к ультраконтейнерам. Давайте посмотрим, что же у нас тут есть. Устройств даже нету. В оранжевом свечении. Интересно, вот в красном зато имеется. Это у нас получается пульсар до сих пор по сей день на Теслу, который не получил станка фандалетнего в прошлом году. И также на скорпиончик пульсар. Ого-го, вот это да. Интересно, ну давайте пытаться, наверное, выбивать теперь. Зелененькое свечение, в принципе, в ультраконтейнеров это изначально, да, 3000 кристалликов вам могут выдать, либо же те же расходники. Так, шанс на что-то, возможно, стоящее даже есть, но нет, к сожалению, все же 25 тысяч кристалликов нам падает. Ну ладненько, давайте еще раз откроем, там вроде бы 15 контейнеров не будет, но хотя бы несколько из них, если мы сможем что-то стоящее убить, было бы, конечно, отлично, но мне падают кристаллики, 10 тысяч кристалликов. Ну ладно, хорошо, на этом, как говорится, не заканчивается у нас ничего. А дальше у меня есть возможность выбить скорпиона с оглушением, и также по-прежнему три устройства, но из предыдущих свечений, к сожалению, уже выпасть ничего не может. Давайте испытывать удачи. 22 ультраконтейнера, друзья. Что же нам в этот раз может выпасть? Ну, пока у тебя контейнеры с магнумом прям в некотором плане порадовались. С другой стороны, в некотором плане чуть-чуть все же подрастроили, потому что имелась возможность выбить тех самых миллион кристалликов. И у нас тут, кстати, друзья, фиолетовое. Ага, 25 тысяч кристалликов и устройство. Ого! Устройство Криополя на рикошет замораживающим. Но если захотите, друзья, и это устройство мы в дальнейшем можем вместе с вами затестить. То есть, что было бы вам интереснее всего, чтобы мы протестировали в ближайшее время либо того же Магнума с поджогом, либо рикошет с заморозкой, либо, возможно, те устройства, которые мы еще успеем выбить. Обязательно об этом напишите в комментариях. Если этот комментарий будет очень сильно залайкан, то я понимаю, что это вам интересно, и в ближайшее время снимаем обзорчик на подобные устройства. Но приятно, как минимум оранжевое свечение мы выбиваем. Это уже как минимум еще минус одно устройство из моих контейнеров. И мне кажется, на этом мы не должны останавливаться. Поэтому открываем еще контейнеры. И в надежде, что может быть даже мы все выбьем сегодня из этих ультраконтейнеров. Все предметы, которые остаются, это получается то самое устройство, которое мне могло выпасть, по-моему, даже из обычного контейнера. Но у меня обычные контейнеры, к сожалению, закончились в оранжевом. Да, рикошет, который, кстати, падал в оранжевом. То есть остаются лишь два предмета на рикошет. Это отключение расходников и это подавляющий эффектик. Но и ультраконтейнеры, друзья, остаются тоже... вовсе не так много, как бы мне это хотелось. Но ничего страшного. Давайте пытаться теперь 30 ультраконтейнеров открывать. Пока что все начинается с кристалликов. Но это мы, как помним, в принципе, стандартное. И что же мы на конце этого открытия увидим вместе с вами? Фиолетовый, что ли? Фиолетовый, 25 тысяч кристалликов. Ладно, хорошо. Не останавливаемся. Еще раз откроем ультраконтейнер. Опять же, все с кристалликов начинается. И чем же закончится? Может быть, кристалликами? Каким-нибудь красным свечением? Синенько и фиолетовое. Блин, да что ж такое? Реально кристаллики мне сыпят, это конечно отлично. Но я надеялся на что-нибудь реально более стоящее. 42 ультраконтейнера, друзья. Тут нам может выпасть расходники, 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 кристаллики и кристаллики. То есть одни кристаллы, либо расходники. Ну давайте испытаем удачу, потому что кристаллики, расходники, все это мне сейчас очень-очень даже будет не лишним. А, так, нитра, минки, минки, кристаллики, ремкомплектики. И у нас фиолетовое это 25 тысяч кристаллов. Ага, ну ладно, давайте дальше. Две вариации контейнеров нам принесли удачу. Эти контейнеры что-то меня пока не сильно радуют, хотя шанс какой-то определенный имеется, потому что синее свечение,
Ну и, видимо, да, фиолетовым свечением это все у нас, к сожалению, завершается. 25 тысяч кристалликов, друзья. Лишь выбиваем с ультраконтейнеров. Хорошо, не останавливаюсь. Еще возможность есть. Может быть, на этот раз что-то реально стоящее мне выпадет. Так. Ну тут у нас контейнер, по идее, должно поменьше быть. Кристаллы и фиолетовые также 25 тысяч кристалликов. И на этом подобные контейнеры у нас заканчиваются. Получается, у нас остаются 20 ультраконтейнеров, но уже максимально обновленные и актуальные в нашей игре. Но получается, мы можем вместе с вами выбить Изиду с подавляющим эффектом. По-прежнему рикошет замораживающий, но мы, как помним, мы его выбили, поэтому тут просто визуально ошибка. Поэтому давайте медлить, давайте пытаться, может быть, снова контейнеров реально повезет. Может быть, новые контейнеры кого-то радовали, поэтому также будет интересно узнать, что вам в последнее время падало. А мне, вы, в принципе, уже знаете сегодняшнего открытия синника и фиолетовое, 25 тысяч кристалликов. Блин, ну что-то как-то вот начинало все вроде как неплохо, да, с красным свечением, но при этом все заканчивается тем, что мы не можем даже и оранжевое толко выбить. То есть одно лишь оранжевое было за сегодняшнее открытие. Пакет 10 тысяч кристаллов, друзья. Вот как-то так. Можем, конечно, немножечко подкрывать обычные контейнеры, но из обычных контейнеров я, по-моему, вроде как ничего да не падает. Ну давайте пару-тройку раз откроем. Так, на удачи, но мне кажется, по-моему, тут я уже все, что мог, себе на аккаунт, да и выбил, и возможности выбить что-то более стоящее, чем я выбивал ранее, тут уже не имеется. Кристаллики осыпало, расходнички и все остальное, поэтому, наверное, дальше уже смысла большого открывать, да и нету. Фиолетовая, кстати, что-то нам где-то чего-то может быть выпадет сейчас, но нет. Дважды фиолетовые кристаллики, в принципе, и до этого кристаллики неплохо выпали, но я хотел что-нибудь более, возможно, интересного увидеть в случае подобных контейнеров. Но, к сожалению, устаревшие контейнеры в своем исполнении не имеют никакого интересного приза в виде устройства либо механики. Поэтому вы, в свою очередь, друзья, если ждете обзорчики на те самые устройства, которые мы сегодня выбили, их хоть не так много, но, в принципе, мы можем что-нибудь записать интересненькое. Также, если ждете открытия скин-контейнера, который на моем также аккаунте имеется, обязательно поддерживайте видеоролик пальчиком вверх. Также, если впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Но с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч!